Приветствую, друзья! Сегодня приготовим колбасу в бутылке из курицы. Рецепт вообще легкий, справится даже ребенок. Главное, вкусный и быстрый. Все, давайте приготовим. Сначала обычная курица. Будем ее отваривать. Отвариваем вот как всегда отваривается курица. Лавровый лист. Морковка одна. Так, порежьте. Все сюда. Опускаем лук. Горошком душистый перец. Много. С десяточка. Соль. Обычно я на курицу 3 ложки. 3. Итак, курица у нас в кастрюле со специями. И теперь ее варим до полной готовности. Лучше, чтобы она вот хорошо разварилась. Самое интересное немножко позже. Курица у нас варилась 2 часа. Хорошо разварилась. Я ее отделил от костей. Так что не спешите, хорошо отварите, чтобы хорошо отделялась. А готовить будем колбасу вот в этом блендере. Можно ручной блендер взять, но я буду этим пользоваться. Курятины у нас 1 килограмм. Отправляем 300 грамм бульона, в котором варилась курица. Отправляем сюда желатин. Все как на пачке написано. Отправляем сюда, вот что у нас варилось. Лук, морковка, все сюда. Отправляем чайную ложку кориандра, не полный, просто без горки. Кориандр. И перец молотый. Здесь по вкусу. Половинку. И отправляю чеснок. Вот чеснок сюда по вкусу. Можно сухой. Он даст вкус, но не аромат. А этот и вкус даст, и аромат. А можно совсем не добавлять. И теперь отправляем уже нашу курицу. Но не сразу все, частями. У кого мощная эта машина, можно, конечно, и все отправить. Мы будем отправлять частями. Сработала защита, не хочет крутить. Будем другим. Как я и говорил, ручным. Такое пюре. Вот почти готово. Но нужен подкраситель. Цвет не очень. Это сок свеклы. Натереть на терке и отжать. Так, доводим до состояния, как сметана 20%. Ну что, все готово. Осталось набить бутылку. У меня 1,5-литровая. Отрезаем и готово. Палочку китайскую и так прогоним воздух. Ну вот, набили. И оставляем это все в холодильнике на 12 часов.
Ну вот, ночь прошла, наша колбаса простояла всю ночь в холодильнике, стала такая твердая. Ну что, уже готово, чай готов, бутерброды готовы, давайте дегустировать. А, красота! Как достать? Берем ножницы, надрезаем. Потихонечку снимаем оболочку. Все, смотрите. Эластичные. Режем. Ароматные. И на бутербродик. Бородинский хлебушек. Помидорку. Колбаску. Дегустируем. Сами видите, рецепт простой по вкусу, но это где-то среднее между паштетом и вареной колбасой. Нежнее, чем вареная колбаса, ну и чуть пожестче паштета. Для завтрака, ну милое дело, главное все натуральное. И цена обходится где-то в районе 200 рублей за килограмм. Вкусно! На этом с вами попрощаюсь. Не забудьте подписаться на канал. И оцените видео, пожалуйста. Все, пока. С уважением, не к ним готовы. До новых встреч.